Видишь, зима, вот у меня с голубями ладно. Голубенок вырос один. В морозы такие были, а он маленький под ним. То она, наверное, растопоршится, видать. А тут сразу погода сделалась более мягкая. И он из гнезда вывалился, и тут они его кормили. Я вечером еще снег давал, но он-то вылететь не мог, пить надо-то. А днем-то сразу не пошел к обеду. Оказывается, ночью мороз стяпнул, снег мокрый, застыл, и он напиться не мог, и погиб. Жалко. Сегодня опять я полез, а одна там голубка вывела, пара, два голубенка. Я каждое утро лазил. Сегодня полез, гнездо пустое. Подозрение на крысу, а где бы она пролезла? Я рукой-то начал щупать дальше-то. И там одно нащупал, мертвый, холодный, я его вытащил. А второго не вижу где, там не видно. Я так вдоль гнезда поверху встал. Нашел, он-то забился, тоже мертвый. Ну, я вытащил их, посмотрел. Ледышки застыли, клювы разинуты. Ну, что делать? Я покормил голубей, взял, думаю, кошкам дам. И положил их в тепло, чтобы не мороженые были-то. Подошел один негласок, что-то ногой шевельнул-то. Да я посчитал, что он... Ну, я тогда давай такой более мягкой им постелить ты мне дал. И посмотри, подойди. Посмотри, что делается. Открыли глаза, да, они слепые были, да, еще казались. Вот они сидят. Смотри, сколько оправились, да. Ну, не застыд, там все внутри было, видать. Ну, еще, гляди, он уже опасается, что я его трогаю, глянь. Ись охота, ись. Вот он какой, да большой. Она их прикрыть уже не может. Два. Никак. И поэтому они остались вот такие, как есть. Сейчас я их на пол посажу, чтобы оттуда убрать, что есть. Вот. Я кошек убрал. Тут вот какое дело. Давайте, ребята, посидите. Это надо убрать. Я дальше у тебя это взял. А они уже оправились там. О. И это здесь везде у меня. Уже оправился. Вот. Сейчас я это возьму, подожди минуточку. Вон уже. Струю дал. Так. Сейчас я все это уберу. Да, они еще опасаются. А для меня так это удивительно, что они это ожили-то. Ну, обычно никак. Гляди, да они прямо ищут поесть. Но поиск. Их кормят они такой полуобработанной пищей. Клюв в клюв. И да, он прямо гоняется. Ну, у меня, значит, теперь что делать-то? Ну, вот что делать-то, это как раз я для тебя-то все это снял. Вот видишь, что тут есть? Вот оно какое. Это кошачье вот это. Я ее должен разобрать сейчас, дать подсушить. Я этого опасался, ну так и получилось. О, видишь, что? Ну, ладно, не так это, может, я это брошу. Значит, у меня три варианта. Я с тобой хотел посоветоваться. Ты помнишь, как я, когда хотел голубей буду занести на Новый год-то, года два назад, я с тобой посоветовался, потому что тут надо на прогулку выпускать. Первое, что? Кормить они не будут есть. Она должна есть. Я подумал так, вот этот нижний этаж сейчас разобрать и туда ее посадить. У меня... Для нее там все здесь есть. Вот видишь, это для еды, для этой, для воды. У меня все есть. Но это туда сделаю я и под низ. Вот в этот этаж туда. Но кошку туда все равно нельзя, потому что тут запах, они тут с ума сойдут. Значит, что сделать сейчас? Вот они друг друга клюют уже, думают кормить. Значит, надо найти мать. А как там найдешь ты ее? Только ночью. Если она у своего гнезда, она может быть одна. А кормят они двое. Значит, ну, один, значит, я его возьму сюда, тут время пройдет, пара может развалиться. А она или не она, неизвестно. Они уже, видишь, как просят есть. Они прямо ищут. Слышишь, там уже успел сходить. Значит, это один вариант. А один вариант такой... Отдать кошкам и на этом все. Но у меня осталось только 8 голубей.
Вот погиб недавно еще голубь один, это белый где-то. А это была бы парочка хорошая. Друг друга клюют. Это ожили вообще. Да. Я когда увидел, что она шевелится, давай в руку брать его, руками дышать. Второго тоже. Ну и положил, они так и лежат, как мертвые. А потом стали шевелиться. А теперь смотри. Они же живые. Живые. Значит, второй, первый вариант у меня, ну, кошкам отдать и все. Второй, сейчас пойти ночью. Их притащите сюда. Эти кошки у меня в этом сидят. Вон. Так что показать. Я сейчас покажу. Теперь тут они не будут у меня спать. Потому что... Вот. Гляди сюда. Вон они. Видать, нет? Да, вот. Видать. Вон она где. Ну, это хорошо. Тут они сидят. Но все время держать не будешь тут. Не под... Сейчас только выпусть, они мгновенно схватят ее. Сразу. Не будет. Есть еще это два варианта. Один, значит, кошкам отдать, другой голубку сюда притащить. Но она, если место сменить, она не будет кормить даже здесь. Голуби, они в этом вопросе так. Только рядом гнездо пересадил туда, она уже свое, ее тянет туда. Один из вариантов, это такой вот у меня. Значит, их, ну, ночь они не умрут от голоду. А завтра, как только потеплит, там, ну, градусов 7 будет, больше не будет. Уже... День будет, и я все запру, чтобы они туда не вылетали. Это им снегу дам пораньше. И они у меня заперты. И их отнести в гнездо. И если она их накормит, я приду часа через два. Я их тогда заберу, опять отогревать буду. И у меня ничего не будет. Я буду только таскать сюда, а кошки будут здесь. Вот какой вариант избрать? Там она ее в гнезде своем, она может его найти. Он рядом здесь, потому что ее гнездо будет. Ну, конечно, смотреть надо, они. Вы сейчас понесете или утром понесете? Утром, когда потеплеет. Mm. Сейчас нет. Сейчас ничего я не буду делать, только с тобой посоветуюсь. Какой вариант лучше? Ну, который таскать, конечно. По этот. Ну, тогда на этом и все. А как кормить будете? А кормить как будете? Я не буду кормить, она будет кормить. Я голубей-то кормлю. Но они за ночь-то выживут? Да, ну что, я думаю, выживут сейчас. Он пустые у них зубы, они умрут. Они сейчас освобождаются. Я боялся, что замерзли, кишечник не работает. Mm-hmm. Если голубка на снегу ночевала, и с нее все время жижа идет, она погибает. А эти нужды нету. Вот. Я сейчас здесь настелю бумаги, газеты. На газеты будут отправляться. А это, может, уже теперь и не потребуется. Mm-hmm. Это дальше попросил у тебя, как шарф такой, чтобы мягкий был, это, ну, шерстяной. Ну, постираем его. Да. Значит, тут у меня была газета. Вот смотрите, сейчас я как. Так, алгоритм трассы. О, моношоу Хворостовского. Хворостовский помер. Наказал в одном месте там сердце, еще и прочее. Я сейчас кладу на место. Кошек выпускаю. Вот и все. И больше ничего не надо. А утром тогда туда. Вот, сейчас я их беру. Давай-ка, хлопцы, давай. О-о-о. Ой, да как они хватают. Поесть надо. Освободились. Они уже, считай, замерзли, когда были. Ну, маленькие совсем. Но сейчас я ничего не буду делать. На ночь они тут у меня побудут. Вот они сидят. А там они себя более активно поведут. Вот они. Мертвые полностью. Пришел, он лежит кверх ногами. Ну, я поправил, чтобы правильно лежал. Ну, мало ли что. И вот такое, чтобы ожили, вот так мороженое. Первый раз в моей жизни это. Заморозил, сразу отдаю и все. Сейчас я убирать буду. Все, благодарю. Сегодня у нас 10 марта 2022 года. Четверг. Последний день. Это 4 раза был Андрей Крицкого канон. Это уже такое дело хорошее. Угу. Ну и все у меня на этом. Все, слава богу. Хороший вариант избрали.